Каин и Авель – это сыновья Адама и Евы. Они братья. Первый был Каин. И Адам и Ева думали, что по его роду пойдет спаситель мира. Потом, когда они выросли и стали крепкими и сильными мужчинами, Авель был пастухом овец, а Каин был земле... пастухом, а другой был земляком, вот. Авель был пастухом, а его брат Каин был земледельцем. Ну, он сажал, поливал. Авель пас овец, он был хороший. Господь Бог сказал: принесите каждый какой-нибудь дар. Они пошли, развели костер, достали животных и уже начали молиться. Авель верил в Бога, и он его очень сильно любил. А Каин, он верил в Бога, но не очень. Авель от дыма шел в небо, а от жертв Каина шел по земле. Бог принял жертву Авеля, а Каина нет. И тогда Каин позавидовал и сказал: пойдем на поле. Потом, когда два брата оказались в поле, Каин убил Авеля. Он его убил, просто убил. А Бог специально спрашивает его: где твой брат? Он думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. А Бог ему сказал: ты убил Авеля, он лежит на земле в поле. Когда Адам и Ева об этом узнали, то они уже по-настоящему поняли, что когда-то и они так могут умереть. И Каин убил своего младшего брата. Тем самым Авель считается первым мучеником. Бог сказал Каину, что ты должен покинуть свою семью и уйти в другой город. А потом у Адама и Евы родился сын Сив. Он был очень хороший, как бывший Авель. Сив, как и его брат Авель, любил Бога и служил ему. Но потом, когда у Сив родились дети, они тоже любили и служили Бога. Уже с рода Сифа в будущем родился Иисус Христос.